Обзор отборочных матчей в этом матче. Мы знаем, травмирован Квинси Промес, который до гола дело не доходит. Очень много именно с левого фланга в центр смещались голландцы, игравшие в синей форме. Ну, хозяева также огрызались. 36-я минута, и вновь обратите внимание, не левым, а правым флангом атакует Голландия. Здесь после этого эпизода Арьен Робен получил травму и в результате вынужден был. Робен уже с большим трудом передвигается по полю. Ну, Жози Бартель, реализует Максим Шано. Момент второго тайма. Это самое начало. Газон, но Раль спасает. 58-я минута, подача, изжог и здорово головой играет назад. Соответственно, стало 10. Ну а сборная Голландии шла на третьем месте. И в случае победы лишь одно очко. Понятно, что это аутсайд. Концовка встречи и угол ворот. Для голкипера надо было обрабатывать. В результате...